Трамп назвал самую большую проблему между США и РФ. Президент США считает, что на сегодня главной проблемой двух стран является ядерное потепление. Президент США Дональд Трамп поделился своими выводами после встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась накануне в Хельсинки. Об этом американский президент сообщил в интервью телеканалу Fox News. Так, Трамп отметим, что они впервые встречались наедине так долго. И я считаю, что нам удалось прийти к действительно важным выводом, отметил Трамп. Я думаю, что с сегодняшнего дня мы отлично справляемся с Россией. Я думал, что мы справлялись ужасно до сегодняшнего дня. Я думаю, что у нас действительно была потенциальная проблема, рассказал Трамп. Президент сказал, что самая большая проблема между Россией и США связана с распространением ядерного оружия, указав, что две страны составляют 90% ядерного оружия в мире, и у нас была ошибочная сделка по охоте на ведьм, которая нас разделяла. Я знаю, что президент Обама сказал, что глобальное потепление – наша самая большая проблема, и я бы сказал, что нет, это ядерное потепление – наша самая большая проблема в 5 миллионов. Ядерная проблема. Мы должны быть очень осторожны, сказал Трамп. Он добавил, что Путин хочет быть полезным с Северной Кореей. Мы хорошо справляемся с Северной Кореей, поэтому у нас есть время. Там нет спешки, это происходит уже много лет, ответил Трамп Путину. Как сообщалось, встреча Трампа и Путина длилась 2 часа 10 минут вместо запланированных 90 минут. Оба президента остались довольны переговорами. При этом Трамп не упомянул об Украине, но, по словам Путина, они говорили о ситуации на Донбассе и в Крыму. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.